Йоу, всем привет! Сегодня мы опять играем, блядь, в это говно. В этот Dead by Daylight. Вот. О, не, слышим, Валер, здесь этот... Бензопилец. Он так. У меня. Ютубер, ёбаный в рот, представь ёб, людей он молодых. Он у меня здесь бегает, блядь. Андрюх, молодых не представил. Вот, вот он меня увидел, слышь? Хер тебе, да хер тебе. А я сама Андрюх. Слышь, он у меня. Он с бензопилой, блядь. А я сама Андрюх. Ой, я слышу. Ой, у тебя Андрюх? Да, ёпты. А, я от него убежал, слышь, Рилли, Варфейс. Так. Я сама крюк. Надо кому-то кинуть, а, слушай, да? Что он что-то пилит? Что-то пилит. Древесину. Тихо, он у меня. Нихуя себе. Он за кем? Он, это он за кем побежал? За мной. Ты где, он у меня. Нихуя, я быстрый. Вот... А, так, он от меня ушел, ну, я ладно. Начинаю чинить генератор. Он катается. Не... Короче, нихуя он быстрый. Тарелк. Андрюха, ты видел, какой он быстрый? Да вижу я, ёптом, прям катается на бензопиле. В лим, катается он на ледовый дворец устроил. О, вообще поломал кайф. Крюк я, поломал я крюк. Если он начнет заводить пилу, ищите укрытие, потому что он вас с одного удара положит. Да, это мы знаем, наверное. Это, вон он, блять, он не убил меня здесь. Вижу его, хер на него. Почти дочинил один генератор. Вот где заведется. Где заведется сейчас генератор? Сука, с бензопилой бегает, да? Он за мной бежит. Техасская резня бензопилой. А почему вы ко мне ведетесь-то? Да? Понятно. Пиздец. Вижу тебя, вижу. Молодой Трезини в этой шалаве 3018. Чекай, брат! Фачин. Кому-то. Уходи от него. Кому-то пизда там. Где вы там? Иди нахуй, брат, иди нахуй. Ой, он за мной бежит. Давай. Колобок, на, блядь, это на R. Все, держи. Ой, ну он это, слышишь, он чуть-чуть уже без разницы использовали. Это зря. Он по хребтине мне дал. Нифига себе, чуть-чуть использую, там в нем ни хрена нет, ё. Половина есть, чё? Половина мне хватит, чтобы два крюка спасать. Молодого спасать, ребята. Там есть... Я отрываюсь от него. Чек есть, так, Валер. Он кому-то идет, а, хорош, ой, хорош. Красавчик. Да, хорош, да, давай, сейчас я сейчас его свалю. Давай, я сейчас свалю, слышишь, свалю. Втекаем, все, я втекаю. Втекаем, блядь. Красиво, красиво. Вот это Валера сделал? Да. Валера, ебать, ты жесткий, я просто. Надо репорт эту хуйню кидать. Что как делаешь? Ага, он ушел от меня. Он ушел от меня, слышите? Валера, я твой фанат, слышишь? Я этот сломаю крюк, короче. О, хорош, один генератор. Не надо, если у вас есть тулбоксы, давайте их мне, я сломаю в 4 раза быстрее. На, иди сюда где-то. А ты где? Я, блядь, я раненый. Я возле одних из ворот, ё. Ворот? Жди там, походу. Жди там. Вон он, ёпта. Жёсткий парень, так сказать. Он бензопилец катается к воротам, он у меня. Да, я катается понял. Катается на бензопиле, блядь. Интересно, он видел меня? Он ворота смотрит, ему понравились, да, ворота, видимо. Ебать, бензопила! Нихуя себе! Ова! Нихуя, он катается! А я тебе о чем? Он не видел меня? Нет, он не видел, он не видел. Ищите генераторы вашу мать! Да чиню, неси. Валера, ты где? Я у ворот каких-то. Все нормально будет. Все нормально. Не те, наверное, ворота этот вот. Почти. Надо починить молодого меня. Все, готов. Андрюх, иди сюда, полегче к ними. А иди назад. Назад. Вижу. Тыкайся, короче. А дай сюда, за камень, блядь. Дома какой быстрый. Подожди. О, ящик. Он ищет меня, стой аккуратней. Какой ты сыщик. Сыщик. Блядь, сыган. Шерлок Холмс, ёпта. Ой, укатывай, давай, укатывай. Ой, он что-то... Он укатил. Лекарь, брат. Аптечка, лекарь. Так возьми ящик, отдашь Валерия. Возьму. Я тогда буду пока ломать их крюки без тулбоксов тогда. Все, я сейчас. Андрюха, какие планы? На вечер. Ой, да? Валер, не говорит, аптечку. А. Стыри там. Возьми стырил. Аптечку. Все. Вижу крюк, сейчас я поломаю все. Крюк ломай нахуй. А нет, ну ломай, ты. А я тотем убиваю. Так. Ломай его нахуй, ломай. Я тотем убиваю. Тотем? Зачем убиваю, он ломаю, не использует, блядь, тотема? Чини эту. Да мне пофиг. Кого? Пацана, ну, нашего, где? Генератора, ёпта. Он у меня где-то. Вот, ебашит наших. Кого? Нашего лупит. Нет, слышишь? Чё, да, минус один крюк? Текай.
А крюков-то у него нету, ёпты? Кипан. Есть у него ещё крюки. Да, нету. Есть. Вон он пошел куда-то. Есть. Вон. Я штук 4 уже, может, и 5 убрал. А я пару штучек уже ломал. Я один ломал. А он его туда тащит. Он его в подвал тащит. Да, в подвал. А он убежал, лол. Нихуя себе отчаянный, бежим, блядь. Закрывай ворота. Колобок. Хорошо. О, кто чинит? Я чиню больше. Дай мне тулбокс. Дай мне свежесть, блядь. Он ушел, все. Он к нам идет. Ушел, да. Я чиню еще, ребят. Генерал, один у меня, я чиню. Бля. Может, открыл цвет тут тёплый уже, как его? Люк, блядь, иди сюда. Иди сюда. Да, люк там только когда один человек остается уже. Нет. Ебать, я дудос. Ебать, он какой у меня? А нет, легко. Он у нас. С бензопилой, блядь, ездит, ёпты. Вон он, бля, он меня увидел. На бензопиле катается, ёпты. Все нормально. Да. Вам бы тут втроем, вам не кажется? Тикать. Инструментами. Долгое. Я убежал, лол. Починить инструментами проще, чем починить этим. Дольше, ёпты, мне кажется, слышишь? Нет, крюк остался. Есть крюк. Тихо, это ломай. Подождите, давай, спиндуй его, да. И всё. Два крюка, ребята, два крюка. Два еще осталось? Два крюка, да. Себя. Три крюка. Где-то рядом. Чё, гонишь, что ли? Я три крюка вижу. О. Он опять с бензопилой. Мне бы тулбокса бы ешь. Почти. Тулбокса есть у кого? Нету. Что, вообще нету тулбокса? Нихуя он бегает. Некит, у тебя же тулбокса будет, нет? Ой, а чё это? Фу, успел. Чё, такое, ящик, что ли? Нажать, блядь. Ящик? Да сколько же уже... Реакция. На, у меня ехали. О, а это чиним? Нормально. Это за счет того, что ты этими... Там, починили. Все, готово. Найс. Тикаем. Валите, открывайте ворота. Я пошел открывать ворота. Я тоже пошел открывать. Мы сбегаем от дудоса. Изи гейм. Он у нас. Спай. Он за кем-то побежал. Слышите, это за кто? Мной бежит. А, да? Все, я раскрываю ворота, пацаны. Валера, тикай, брат. Я вас жду. О, он промазал ее. Я вас жду, давайте быстрее. Ко мне. А я в других воротах. Давай в те, ёпты, беги. А поздно, я тебя открою. Открыл я почти уже. А, ну всё, давай. А я тебя открываю. Всё, понял. Он где-то у меня, слышь? Я сбежал. Всё, готово. Валера, да сюда. Слышь? Это рядом. Готово, говорю. Молодцы. Я уже открыл почти. А всё? Открыл? Сейчас, кучу-чуть осталось, капельку. Вот он. Он у меня, он. Всё, убегал я. Я убежал, короче. Всё, я тоже телекаю. Всё, текаем. Выжил. Из гейм. Да, молодцы, всё? Но остался я. Ну, ёпки. Тикай, там две ворота открыты. Посмотрим на Валеру. Один остался. Давай на Валеру посмотрим. А ты, Валера, убежал? Он спринтер, слышишь? Нет, я хочу. Убегай, ёпты, всё. Убегай от него, да. Нихера у Валера сбрики и способности есть. Ну, сейчас он сдохнет, он, ёпт, смотри. Сейчас да выёбываешься. Да, он сейчас сдохнет, блядь. Ну чё, тут уже открыли, что ли, ящик? Как в 91-м сейчас. Опа, тулбоксы, ёпт. Я без тулбоксов. Ломай крюки. Жалко, вот здесь нельзя сломать их. Прикольно бы в подвале бы просто заебенить его крюки сломать. А, и как он бы... И всё, как... Бы это было. Он сейчас психанёт и выйдет, отвечаю. Вон они, смотри, ворота, убегай, всё. Подожди, он там стоит. Ты хочешь его потравить? А, вон он. Еще один сундук, а что это? Потрави его, слышишь? Ладно, все, я... Потрави его. Бля, я потравил бы еще. Не хочу, если он достанет мне одним ударом пилы, то я останусь там. Фига ты быстро, кстати, бегаешь. Все, GG. Мы сбежали от Изи гейм, Да. Все сбежали, причем. Да, кстати, маньяк вот это вообще какой-то кайф. Такой, не очень. Ну, просто никто не умеет играть за Хилибили, фактически. Зато я вчера, блин... За него так раздавал. Ну чё, еще раз? Все, серия закончилась, и мне пора спать. Пока.